Что сыграть? Все что угодно. Что душа твоя желает, сыграй. Так, играю, в принципе, не очень давно, поэтому меня особо так строго не суди, хорошо? Я вообще не умею играть, для меня будет все идеально, поверь. Все хорошо. Тогда попробуем что-нибудь сейчас сыграть. Давай. Как-то так. Идеально, идеально, поверь. Ну, Как она немножко. называется, эта мелодия? Это Бесаме Мучо. Самому очень красиво. Очень, поверь, Да. красиво. Красиво, серьезно? Очень, Спасибо, очень. очень приятно. Это мне приятно, что ты сыграл для меня. Очень приятно. Спасибо большое. Можно, знаешь, как ее еще по-другому сыграть? И мне. Так. Сейчас. Спасибо. Да не за Спасибо. что, не за что. Друзья, всем привет! Спасибо большое каждому за 20 тысяч подписчиков. Я продолжаю выкладываться по полной для вас в чат рулетки. Обязательно досмотрите это видео до конца, там вас будет ждать сюрприз от одного из моих подписчиков. Если он вам понравится, то я возьму его в постоянную рубрику. Также спасибо большое за донаты от Виктора Кабанова и Денниса Грея. Что сыграть? Не знаю, что знаешь. Почему? 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 За что? О, привет! Здорово, здорово. Ничего Вас себе, играй. пацаны. Я как будто бы Форсаж 10 смотрю. Вы че? Че? Сыграй, сбацать что-нибудь. Че сбацать, пацаны? Я даже... Саундтрек к Форсажу? На твой вкус. Давай круга. Че круга? Я вижу два круга перед собой. Запретки подойдешь. Привет! Привет. Зачем ты меня переключила? Некрасиво так было. Я тебя не переключала, у меня телефон. Мне позвонили. Серьезно? Какие плохие люди позвонили в такой момент? Ну видишь, вот. Я снова здесь. Может, я что-то еще тогда сыграю, чтобы... Давай. Угу. Это вообще безотказная штука. Почему-то всем нравится. Я вот даже сейчас так вот микрофончик сделаю.
она знакомая, но я не понимаю, что это. Джордж Майкл это. Джордж Майкл. А зачем ты гитару ставишь тогда? Да я не умею играть. Ну, типа, понтуюсь, прикольно. Девчонки, кстати, клюют на гитару. Ну да, когда на ней играешь. Ну, я не очень играю, от слова совсем. Ну, попробуй. Попробовать? Попробовать. А что, что попробовать сыграть-то, я даже не знаю. Бетховен, да, зима. А? Б. Что сыграть-то? Давай, давай. Продолжай в том же духе, и будет еще какой-нибудь слабенько пока, да? Да. Я уверена, что все получится. Есть к чему стремиться. Но это уже круто. Угадывай возраст, девочка. Спасибо. Спасибо. Ладно. Прости, но очень красиво. Что сыграть? Я не знаю, чем лирику, братух, что-то настроение какое-то паршивое. Что-нибудь лирическое? Да, такое, так, ну, такое, я не знаю, любятину какую-нибудь, чтобы заплакать какое-то было. Слушай, ну хорошо, я сыграю, только если твое лицо будет видно, а то я тебя не вижу. Готов слышать что-нибудь лирическое такое? Да, чтобы да, что-нибудь такое, но... Давай тебе какую-нибудь такую историю придумаем, чтобы это прям вообще было вот прям как надо, да? Тебя бросила жена, да? Нет, и... не бросила жена. Ну я давай, 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 давай предположим так, чтобы, ну, тема такая была грустненькая. Тебя бросила жена, и ты недавно в ДТП сломал ногу и разбил машину, и вот тебе надо подобрать музыку, да, вот эту грустненькую, чтобы вот так вот прям было, да? Давай? Давай, души будет. Ну, по кайфу, по кайфу. Творческих успехов тебе по жизни. Спасибо, спасибо, спасибо. О, попал на какого-то немца. Hello, hello. Servus, servus, wie geht es dir? I'm speak English, only speak English. All right. Scheiße, English. Spiel einfach. Spiel was? Spiel, keine Ahnung. Что-нибудь spiel Nirvana. Kannst du bitte Nirvana spielen? Что-нибудь Nirvana. Со спилить на гитаре? А, Nirvana? Ja. Да ладно, Ильяс, я тебя узнал.
Это было очень смешно. Я подписан на тебя. Круто. Видишь, тебя даже в Германии знают. Прикольно, прикольно. Ильяс, ну вообще классно, действительно. Мне очень нравится, как ты играешь. И я хотел бы отблагодарить тебя, отблагодарить за твою великолепную игру. Ты сыграл мою любимую группу, да. Поэтому не знаю, вставишь ты меня или нет, но надеюсь, что вставишь. Короче, вот тебе мой подарок для тебя и твоих подписчиков. Ничего себе, давай, если будет прикольное что-то интересное. Спасибо большое за просмотр. Напиши в комментариях, кто из собеседников тебе понравился больше всего. Если же тебе понравилось видео, обязательно поставь лайк и подпишись. На этом все. Пока.